Находимся в городе Ачинске, улица Гагарина, 8А, аптека, которая должна быть оборудована кнопкой для вызова персонала для людей с ограниченными возможностями. Проверим ее действие. Нажали на кнопочку. Ачинская межрайонная прокуратура провела проверку. Было установлено, что нет возможности людям с ограниченными возможностями посещать данную аптеку. По предписанию прокуратуры была установлена данная кнопка. Решили провести вот такой народный контроль за работой. Ну, попробуем еще раз. Здравствуйте, проверяем работу кнопочки. Все работает. Инвалиды могут воспользоваться. Спасибо.